Технические ошибки в бюллетенях, которые были обнаружены перед выборами, могли быть допущены не случайно. Об этом заявила киевский политтехнолог Екатерина Ударченко в рамках марафона «Ночь выборов 2015» в запорожском представительстве Института Горшенина. І те, що нові бюлетені суттєво по кольору не відрізнялися, це є безумовно тим фактором, до якого потрібно проявляти увагу власне зараз, так чи будуть все-таки використані вони на периферії, чи будуть власне оці бюлетені, чи знайдемо ми їх десь у використанні. Напомним, за день до выборов во всех 613 тысячах бюллетенях по выборам городского головы в фамилии одного из кандидатов была найдена ошибка. В результате чего городская избирательная комиссия Запорожья ночью приняла решение напечатать новый тираж избирательных бюллетеней.